При слове «игрушка» мы вспоминаем счастливые дни нашего детства. Ведь наверняка у каждого из нас был тот заветный плюшевый медведь или машинка. Игрушка и сегодня остается одним из самых желанных подарков для детей. Благо, нынешнее изобилие позволяет родителям приобрести забавную обновку для своего ребенка на любой вкус. Львиная доля производства игрушечной продукции из пластмассы приходится на Кобринскую фабрику Полесье. И ассортимент постоянно расширяется. Ежегодно 30% выпускаемых машинок, самосвалов, пирамидок, песочных наборов и прочих забав обновляется, благодаря тому, что каждый день огромное количество человек трудится над исполнением игрушки мечты любого ребенка. Коллектив наш значительно вырос за эти годы. Сегодня уже на предприятии работает 2300 человек. У нас 36 структурных подразделений. Выпускает предприятие уже более 1300 наименований. Это детская игрушка из пластмассы, товары бытового назначения, которые с большим желанием приобретают в 30 странах за рубежом. Прежде чем попасть в руки ребенка, игрушка проходит сложный путь. На ее создание уходит от 3 часов до полугода. Все начинается в так называемом мозговом центре, где инженеры-конструкторы разрабатывают модели с учетом всех нюансов, касаемо безопасности изделия. Затем на 3D-принтере происходит выращивание живой трехмерной модели, образец которой отправляется в самое сердце предприятия – производственный цех. Именно здесь, на современном оборудовании ведущих производителей Европы, создаются детали для будущей игрушки. И, наконец, в сборочном цеху, благодаря работе прекрасной половины человечества, рождаются объекты детских мечтаний. Наверняка многих пап и мам интересует степень безопасности кобринских игрушек. Ведь не хочется повторять печальный опыт китайского ширпотреба. Мы не используем непроверенное сырье, мы не используем вторичное сырье, мы используем только качественное первичное сырье. То есть для того, чтобы ни в коем случае это не навредило не только деткам, также при производстве мы занимаемся производством и товаров бытового назначения. Это может быть использовано в пищу, то есть наши изделия могут использоваться в качестве там различных емкостей для хранения, и это должно быть только первоклассного качества. И не мудрено, ведь основной девиз предприятия – качество, наш успех и благополучие. Следуя этому кредо, продукция завоевала уважение европейских партнеров. Сегодня Полесье приобрело несколько европейских предприятий-брендов, таких как немецкий Вадер, итальянский Кавалина. Это позволило занять свою нишу на европейском рынке. Сегодня в планах начать строительство нового, более современного завода. Безусловно, его создание станет очередной знаковой вехой в развитии игрушечного мира детских грез.